Скажи Лестеру, чтобы сменил курьера. Ты ненавидишь меня, потому что у меня иммунитет. Что? Это Ника из службы Лестера. Да, он не разочаровывает. Завтра Ника и Сиэлита снова будут вместе. Можете делать запросы, ставьте лайки и подписывайтесь. Что дальше? Что-нибудь для улучшения настроения? Нет. Например, приоритетная доставка в Вестсайд. Будет сделано. Привет, Саре. Привет, Лестер. Хорош отвлекать моего лучшего курьера. Макс, это мои глаза и уши. Привет, Макс. Там и правда все так плохо. Это отдел санитаризации. Властью, предоставленной мне законом Лос-Анджелеса, я задерживаю вас согласно постановлению 312 для немедленной транспортировки в К-зону. Пишет, как курица лапой. Я перепутал семерку с единицей и долбился в твою дверь. Она только мешает. Ваше здоровье – наш приоритет. Все будет хорошо. Ваше согласие обязательно. Лита. Нехорошо. У моей двери охрана. Не пытайтесь выйти из дома. За мной. Эш. Тупиц вроде тебя здесь забивает насмерть. Но сегодня я провел черту. Ты мне нравишься, бро. Уверена? Я сама разберусь. Думаешь, мне есть дело до того, с кем ты спишь? Someone? Нет, нет. Дело в Эмме. Не пытайтесь выйти из дома. Санитарное управление, откройте. Я пришел с миром. Ты поставил жизнь моей дочери под угрозу, просто войдя сюда. Играем, выходи! Выходи из машины, иначе ты покойница. Думал, от меня так легко сбежать? И потом, однажды, все чертово управление перешло в мои руки.